Здравствуйте, меня зовут Павлова Татьяна Сергеевна. Я педагог в Дворце творчества Преображенский. Сегодня мы разберем тему «Руки в классическом танце». Правильно, вот давайте мы с вами разберем, как правильно.
очищаем, не занижаем, да? Также по руке, как будто водичка должна, водичка, если капает, да, то она должна именно с пальчиков, да, уронить вниз. Раз, и закрываю, два. И оранже, раз, оранже, два. Теперь сделаем упражнение по спуску специально для подготовления. Thank you.
поле, да, никуда не ломаем, да, линию, и закруглим через низ обратно. Так, у меня дальше раз, и одна, и раз, посмотрели в сторону открытой руки, и закруглили два. Молодцы, закрываем, и под музыку также по одной задержке. Продолжение следует...
закрывали руки обратно, у нас получилось правильное первое дыхание. Закрываем. Раз. Опустили. Слева руки. И раз. Первая позиция. Локти наверх. Локти не полюсали. И открыли. Два. Вот наша смешанная позиция. И закрыли. Три. Опустили. Четыре. Дальше у нас есть два смешанные позиции. Подготовительная и третья. Да? То есть мы одну руку раз ведем до первой позиции и ведем до третьей. Вот у нас такая может быть смешанная позиция. И давайте мы с вами поменяем сейчас два приема смешанной позиции через первую позицию. Раз. Поменяли под ноготочек. Смотрю, да, под свой ноготочек. Под ноготочек. Нашли все равно под ноготочек. Вот туда глазками и смотрим. Раз. Два. Еще раз поменяли. Три. Ровно голова в центр. И повернули. Вот локоток заглянули. Где у тебя локоток? Вот туда. Смотри. Оп. 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 Вот сюда. Наклоняем голову. Наклони вперед. И вот сюда смотрим. Вот так. А эта рука никуда не двигается. Вот сюда. Вот глазки. Прямо вот здесь. Эту точечку. Смотрим, рассматриваем, где у нас эта точка. Вот здесь заглядываем. Что под ним? Да? Что под этим локоточком у нас находится? Вот так. А еще мы с вами можем сделать через вторую. То есть мы сейчас через первую проводим, теперь через вторую. Мы делаем что? Да? Давайте глазки развернем двумя. И у нас А, Ж, двух разных позиций. И раз. Встречаемся на второй позиции. Да, прием арм уже и закрутили арм 3. Под ноготочек по другую смотрим. Да? И продолжаем. Раз. Ровненько. Два. И с обратно 3. Арм закруглили. Обратно. И раз. И два. И 3. 4. Молодцы. Закрыли. Раз. Опустили. Потом еще отдыхаем. Теперь у нас есть еще одно. Ставим еще одно положение. Это третья и вторая позиция. Да? Давайте руки пока отдохнули. Тут не так все просто. Раз. И мы с вами открываем руку во вторую. Раз. И здесь мы провожаем третью. Два. Вот наша смешная позиция. Да? Здесь тоже важно, чтобы у нас правильно держали руки. Да? Продолжаем держать. Трицепсом руку. Длинная рука, удлиненная кисть, ниже локтя, ниже, вот, чтобы эта водичка могла вот сюда раз и капнуть у нас пальчиком. Не застрять нигде в этой локоточке, да, вот, именно скатиться водичка должна. И меняем, и раз, вторая, и поменяли, третий, и раз, и два, длинная рука. И раз, и два. Ага, и во вторую закрываем. Раз, и два. Ну а теперь мы все попробуем на русском.
И нам нужно встать F альфа по АЗ, восьмая точка корпуса, пятая точка тела. Правая спереди. Голова сверху направо. Направо. Хорошо. Давайте мы с вами сначала медленно ее развеем. Да? Итак, мы с вами немножко вверх. Мы с вами открываем руки в подготовительную позицию. Сделаем тогда с вами четыре счета каждое положение. Да? Итак, у нас также голова наклоняется налево. Мы сопровождаем правую кисть. Раз, поднимаем руки в первую позицию. Два, три, четыре. Далее мы вот как раз открываем смешанную позицию, та, которую мы сейчас с вами делаем. И 5, 6, 7, 8. Вот у нас смешанная позиция. Третья и вторая. Кисть ниже локтя. Вот. И яркий разворот головы. 7, 8. Дальше мы сопровождаем правую ручку. И раз, два до второй позиции, три. 4, да, мы их проводили и встречаем, проводили левую, встречаем правую, а лежа 5, 6, 7, 8, да, приемом орудий, закруглили ручки, смотрим вот сюда, за локоток и за него, что там у нас за локоток находится, вот, собираем руки в первую, раз, два, три, 4, еще раз раскрываем смешанную позицию. 5, 6, 7, 8. Длинные руки. Да, вот здесь, вот. Меня можно смотреть. Вот здесь, вот. 4. Открываем. 5, 6. И теперь не просто встречаем, а провожаем. И закрываем позицию. 5, 6. И голова возвращается в исходное положение. 7, 8. Угу. Да, давайте с вами теперь сделаем это с мускулом. Саша стоит. Правая нога сверху. Также мы с вами делаем медленно на 4 счета каждое положение.